Привет, дорогие друзья! Добро пожаловать ко мне на канал. Сегодня я вам на примере маленького носочка хочу показать, как я связала вот такой вот очень оригинальный жаккардовый рисунок. Это кофейные зерна. Естественно, если применить более коричневый цвет, будет красивее смотреться, вот то, что я сейчас хочу сделать. Вот, очень легко вяжется узор, схема супер простая. Давайте сейчас уже вам покажу, как мы с вами его вяжем. Итак, раппорт узора у нас состоит с вами из 7 петель. Соответственно, вот если вяжете на маленькую ножку, по 7 петель наберете, будет более чем достаточно. На более большой размер до 14 петель добираете, соответственно, да, и начинаете вязать. Итак, первый ряд нашего узора, мои дорогие, вот вы провязали необходимую высоту резинки, да, и первый ряд у нас идет следующим образом. Так, значит, вяжем 2 петельки, я вяжу желтым цветом, это тот цвет, который будет как бы обрамлять, ну, он не будет главным, скажем так, да, то есть кофейные зерна у меня будут коричневым цветом. Далее я вяжу 3 петли коричневым цветом, 1, 2 и 3, и потом 2 оставшиеся петельки я опять провязываю желтым цветом, вот так. Перехожу на следующую спицу и повторяю узор. Прелесть этого узора состоит в том, что у нас с вами на всех спицах идет одинаковый рисунок, то есть ничего считать отдельно не нужно. Итак, 2 желтым цветом, 3 коричневым цветом и 2 желтым цветом. Давайте сейчас повторите этот рисунок на всех ваших спицах, если вы вяжете полностью, да, по кругу. И после этого возвращаемся сюда и показываю, что мы с вами делаем дальше. Так, подошли на второй ряд. Второй ряд вяжем с вами следующим образом. Также хочу напомнить, что жаккард не любит, когда мы стягиваем изделия. Да? Здесь протяжек практически у нас нету, ну, сильных таких протяжек нет. Но все равно старайтесь вязать чуть-чуть посвободнее, да? Потому что когда вяжете туго, изделие получается очень стянутым. Итак, второй ряд, мои дорогие, мы с вами вяжем следующим образом. Мы начинаем с одной петельки желтым цветом. Потом 1 петелька коричневым цветом, 1 петелька желтым цветом, да? После этого 3 петли я вяжу коричневым цветом, 1, 2 и 3, и последняя петля идет желтым цветом. Перехожу на следующую спицу и повторяю узор. Повторяю узор. 1 петелька у меня идет желтым цветом, коричневым цветом, желтым цветом, 3 петли коричневым цветом, 1, 2 и 3, и последняя петелька идет желтым цветом. Вот так вот. Так, продолжаю вязать в том же порядке. Так, третий ряд, мои дорогие, мы вяжем с вами следующим образом. В этот раз мы опять вяжем, начинаем, вернее, с одной петельки желтым цветом. Так, одну желтым провязали, потом мы с вами вяжем 2 петельки коричневым цветом. 1, и до этого провязывали желтым, вот ее тоже захватываем, провязываем коричневым цветом. Потом мы с вами вяжем 1 петельку желтым цветом, вот так. И после этого вот эти все оставшиеся 3 петли мы просто провязываем с вами коричневым цветом. 1, 2 и 3. Так, и здесь выполняю то же самое. Опять 1 желтым цветом, 2 петли коричневым, 1, 2, 1 желтым цветом и 3 коричневым. 1, 2 и 3. Продолжаем рисунок в таком порядке. Четвертый ряд, мои дорогие, опять начинаю с одной петельки желтым цветом. Потом я провязываю, здесь у нас мы до этого 2 провязывали, сейчас мы провязываем 3. Так, 3 коричневым цветом, 1, 2 и 3, 1 желтым цветом и 2 оставшиеся петельки провязываем коричневым цветом.
Видите, что у нас уже с вами вырисовывается? Очень красиво смотрится такой узор. И повторяем его. Одна желтым цветом, три коричневым, раз, два и три, одна желтым цветом и две коричневым, раз, два. Так, продолжаем вязать, встречаемся с вами на следующем ряду. Так, следующий ряд, мои дорогие, мы начинаем с вами с двух петелек желтым цветом. Раз и два. Потом мы провязываем с вами 3 петли коричневым цветом. Раз, два, три. И оставшиеся 2 петли. Так, правильно провязываю вроде. Да, 3 коричневым, прошу прощения. Теперь одна петелька у нас идет с вами желтым цветом. И последняя петля у нас идет с вами коричневым цветом. Вот так вот, чтобы у нас все шло. Так. И повторяем опять. 2 желтым цветом. Раз, два, три коричневым цветом. Раз, два и три, одна желтым цветом и последняя петля коричневым цветом. Вот так. Так, следующий ряд, мои дорогие, это у нас идет последний ряд нашего первого зернышка. Мы с вами вяжем его следующим образом. Начинаем с 3 петелек желтым цветом. Раз, два и 3. После этого мы вяжем с вами 3 петельки коричневым цветом. Раз, два и 3. И последняя петля идет желтым цветом. Так, перехожу на следующую спицу и здесь опять вяжу в том же порядке. 3 петельки вяжу желтым цветом. Раз, два, три. 3 петельки коричневым. Раз, два и три. И последняя петля идет желтым цветом. Вот. Вот что мы с вами сейчас связали. Это вот получается последний ряд нашего первого зернышка. Сейчас следующий ряд я полностью провяжу желтым цветом, да, и после этого мы с вами начнем вязать как бы, ну, в обратную сторону, в шахматном порядке, скажем так. Ну, не в шахматном, но в обратную сторону у нас будут смотреть с вами зернышки. Итак, следующий ряд я провязываю полностью желтым цветом, чтобы сделать такое небольшое отступление, да, от следующих наших зернышек. И после этого возвращаюсь обратно сюда. Так, провязала один ряд полностью, получается, желтым цветом. Сейчас мы будем с вами вязать, связать так, чтобы наши зернышки смотрели в обратную сторону. Итак, вяжем следующим образом. Начинаем с 3 петелек коричневым цветом. Раз, два, три. И 4 петли мы провязываем желтым цветом. Раз, два, три и 4. Вот такой вот очень легкий ряд идет. Ну, вообще, я говорю, сам рисунок очень-очень простой. Итак, опять. Раз, два, три коричневым цветом. И раз, два, 3, 4 желтым цветом. Так, провязываем полностью так ряд, возвращаемся на следующем ряду сюда обратно к нам. Так, следующий ряд, мои дорогие, мы опять начинаем с вами с коричневого цвета, вяжем 2 петельки коричневым цветом, 1 петелька желтым цветом, 1 петелька коричневым цветом, потом 2 петельки мы вяжем с вами желтым цветом, 1 и 2. И последняя петля коричневым цветом. Так. Так, перехожу на следующую спицу и здесь провязываю точно так же. 2 петельки провязываю коричневым цветом, 1 петелька желтым цветом, 1 петелька коричневым цветом, 2 петельки желтым, 1 и 2, и 1 петелька коричневым цветом. Так, продолжаем вязать в таком порядке, возвращаемся на следующем ряду. Следующий ряд, мои дорогие, мы начинаем с вами с 1 петельки коричневого цвета.
Потом провязываем одну петельку, так, да, все правильно, одну петельку провязываем желтым цветом, две петельки коричневым цветом, раз и два, потом одну петельку желтым цветом и две петельки коричневым цветом, раз и два. Перехожу дальше, да, на следующую спицу и повторяю наш опять узор. Одна петелька коричневым цветом, одна петелька желтым цветом, две петельки коричневым, раз и два, одна, так, здесь у меня чуть-чуть, так, одна петелька желтым цветом и последние две петли коричневым цветом. Так, следующий ряд, мои дорогие, мы с вами начинаем с одной петельки желтым цветом. Одну желтым провязали, потом провязываем 3 петли коричневым цветом. Раз, два и три. Так, 3 коричневым провязали. Теперь мы с вами провязываем одну петельку желтым цветом. И оставшиеся 2 петли опять провязываем коричневым цветом. Вот так. Перехожу на следующую спицу и здесь повторяю опять. Одна желтым цветом, 3 петельки коричневым цветом, раз, два, так. 3. Потом одна петелька желтым цветом и оставшиеся 2 петли мы провязываем с вами коричневым цветом. Что у нас получается уже? Так, я перехожу на свою заднюю часть, а вы продолжаете вязать в том же порядке. Так, предпоследний ряд, мои дорогие, мы начинаем с вами с коричневого цвета. Сейчас вот подтянусь я петельки и провязываем 3 петли коричневым цветом. Раз, два, три. Потом 2 петли желтым цветом. Раз и два. Потом 1 петля коричневым цветом и 1 петля желтым цветом последняя. Вот так вот. Перехожу на следующий ряд. И здесь провязываю точно так же. 3 петли коричневым. Раз, два и три, 2 петли желтым цветом, раз и два, 1 петля коричневым цветом и 1 петля желтым цветом. Так, провяжите так полностью ряд и встречаемся на последнем ряду. Так, последний ряд, мои дорогие, мы вяжем с вами следующим образом. Начинаем с 2 петель коричневого цвета, раз и 2. Потом вяжем 4 петли белым цветом. Раз. Прошу прощения, сказала белым, желтым цветом. Не знаю почему. Уже язык заплетается. Так, 3, 4. И последняя петля коричневым цветом. Вот так вот. Перехожу на следующую спицу. И повторяю здесь узор. 2 петли коричневым цветом. Раз, два, 4 желтым цветом, раз, два, три и 4, и последняя петля коричневым цветом. Вот и все, мои дорогие, вот что у нас с вами получилось. Сейчас, естественно, следующий ряд нужно провязать просто желтым цветом, да, чтобы такое как бы разъединение тут было. Ну, пока вот такой вот результат. Очень интересно смотрится. Надеюсь, что вам понравилось. Дайте знать в комментариях, если вдруг что-то непонятное. Как всегда, постараюсь каждому помочь. На этом все. Всем счастливо и всем хорошего вязания.